30 лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется. Война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат, сколько их то дальние село, мальчиков безусы. Не пришло. Раз его прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. С экрана сын взглянул на мать, мать узнала сына в тот же миг и раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька! Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из страшной бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И в атаку снова он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Сын ее услышать мог. Дома ей все чудилось кино. Все ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.